Друзья, всем привет! Акуна Матата. Сегодня в финансовом университете грандиозный вечер. Россия, Африка, мосты дружбы. Сегодня большой концерт. И здесь все уже началось. Наши студенты, иностранцы подготовили что-то грандиозное. Сегодня будет точно жарко. Пойдемте заглянем на мероприятие. Между Россией и Африкой у нас на самом деле уже построен. Наши дружеские отношения со странами африканского континента чисто исторически сложились давно. И финансовый университет не уходит от вопросов организации наших совместных мероприятий. У нас учатся порядка 100 посланцев из стран африканского континента. И это лишний раз нас как раз сподобило к тому, чтобы продолжать уже начатую традицию в организации вот этих мероприятий, которые мы назвали «Мост дружбы Россия-Африка». Здесь в фойе все началось с выставки этнических экспонатов наших друзей и гостей. Ну, первая страна, наш любимый Египет. Как вас зовут? Ахмед. Ахмед. Ахмед из РУДН, не наш студент. Ахмед, как вам в нашем университете, как настроение? Как сказать, у вас очень хорошие ребята и очень хорошие студенты, уважительные, все любят Египет, и мне очень понравилось. У вас очень классный университет, на самом деле мне очень понравилось, даже я хочу тут поступить уже на магистратуру, потому что реально очень понравилось. Точно? Точно. У нас лучше, чем в РУДН. Смотрите, это сейчас мой университет, я не могу говорить. Вам еще доучиться надо. Да, поэтому может, в следующем году можно говорить, да, это лучше РУДН, потому что я сейчас в РУДН. Спасибо. Пожалуйста. We are students here. What institute? Financial University. You care students? Yes. First course? For preparatory course. Preparatory. Yes. Where are you from? From Uganda. I need a magic, African magic song. Когда было жарко, короли, они делают, чтобы... It's not magic. Нет, not for magic. Нам нужно что-то магическое, что-то для магии мы ищем.
как вам? Нормально вообще? Нормально, на русском понимаю. Нормально. Мне нравится, но первый раз. Мне сложно и трудно адаптировать. Но сейчас все хорошо, мне нравится. Ну, интересно. Да, интересно. Вот интересно. То, что мне не очень нравится, это погода. Ну, так везде бывает. Прежде всего, Уганда является одной из тех стран, которые получают выгоду во многих важных сферах от Российской Федерации. И от Российской Федерации, и от Советского Союза ранее в плане стипендий и образования. Уганда находится в самом сердце Африки, поэтому мы хотим, чтобы Уганда стала торговым центром для Российской Федерации в Африке. Уже Африком создал центр и выставочный зал в Уганде. Мы хотим содействовать развитию торговли и туризма между Угандой и Российской Федерацией, поскольку Уганда имеет одни из лучших показателей продаж туристических услуг в мире благодаря своей уникальной природе. Поэтому мы хотим улучшить эти отношения и вывести их на более высокий уровень. Следовательно, мы хотим большего сотрудничества с Россией, мы чувствуем себя более комфортно, расширяя эти отношения и сотрудничая с Россией, в отличие от других стран. Oh, I'm falling in love.